именно для сельского хозяйства. Чаще всего это все равно получается для перевозки овощей, для перевозки получается зерна, используют его с двумя возможностями, на две стороны его можно, да, освобождать и поворачивать. Прицеп из себя представляет двухосный прицеп, двухскатный, передняя подвеска на поворотном круге с возможностью фиксации. Перевозимый груз — это 12 тонн его. Вот довольно часто спрашивали у нас и уже пользуются спросом, да, именно в Казахстане, в России аграрные фирмы такие вещи очень часто покупали просто на нефазе, в набережных Челнах и прочее. А сейчас, когда знают, как мы производим, многие просили сделать его. Изучили варианты, изучили возможности, посмотрели, как это нужно сделать. В результате получился вот такой вот прицеп самосвального типа. Причем без возможности сбрасывать назад. Ну, она, в принципе, им и не нужна, потому что чаще всего такие прицепы используют в составе автопоезда. Когда идет сперва выброс с трехстороннего самосвала, с шасси, да, потом, соответственно, подъезжает прицеп. Довольно удобно получается. В два раза почти они увеличивают вывоз одной машины. Очень много, кстати говоря, вот по Башкирии, по Татарии, по Татарстану едешь, если, скажем, с набережных Челнов, тот же самый Альметьевск, то по дороге действительно много таких ходит. Причем некоторые владельцы умудряются еще наращивать борта. До 4 метров, да, чтобы вот прям в притирочку, как сам самосвал на шасси, так и прицеп. Потому что когда у них начинается страда, чем быстрее они вывезут, особенно в хорошую погоду, тем больше они заработают. А сейчас у всех транспортников, чем бы ты ни занимался, один и тот же вопрос. Взять побольше и увезти побыстрее. Соответственно, чтобы у тебя хоть что-то оставалось на кармане от выгоды. Вот такой вот небольшой интересный ящик, удобный, да, под зип, под необходимые, получается, провода, ключи. Ну, здесь, скорее всего, ключи, то, что баллонный ключ, ступичный должен быть для работы. Совсем так, что еще? Да, и ступичные ключики. Соответственно, чтобы у вас была возможность все отремонтировать, посмотреть, проверить, сделать ТО. Противоподкатные, откатные, получается, упоры. Вот по сравнению со многими вариантами, да, самый простой вариант. Жесткое крепление противоподкатного бруса. Он не регулируется, он не снимается. Ну, как снимается? Можно снять, открутив болты. Но, соответственно, все равно эти прицепы очень часто выезжают на дороге общего пользования. Поэтому данное изделие, оно необходимо. Фиксатор здесь сделан довольно простым способом. Как говорится, вставили шплинт, выдвинули. Вот так вот он будет вращаться. Вот так вот он зафиксирован, что он будет идти ровно. Все, и колеса поворачиваться не будут. Ну, соответственно, в зависимости от того, где и как вы его используете. На всякий случай, для удобства, есть лебедка. Но это поднимать опорное устройство, чтобы не вручную его поднимать, потому что здоровья хватит не у каждого. Может быть, и есть у нас еще на Руси такие богатыри, да? Но гораздо проще не ломать себе спину, колени и все остальное. Растянули, закрепились, на необходимую высоту подняли, чтобы машина подошла и зацепили и поехали дальше работать. Вот такой вот прицеп самосвальный. Так что он у нас теперь есть. Обращайтесь, мы вам его предоставим. А, кстати говоря, вот далеко отходить не будем, да. Вот есть контейнер-цистерна.